Всем привет! Это видеообзор лакомства для котов фирмы Трикси. Я его брала в магазине Шиншилка. Я все золотовары покупаю в магазине Шиншилка. Значит, это лакомство нами очень любимо, так как у нас кот уже почти нового возраста, а палочки довольно мягкие. В упаковке 5 штучек. Палочки не содержат сахара. Эти палочки со вкусом ягненка. Тут ягненок нарисован. Значит, состав. Смотрим. Мясо и мясные продукты 95%, 6% ягненка и 6% индейки. Также минеральные добавки и юка Шидингера. В упаковке по 25 грамм, 5 штучек, 5 палочек. Клетчатки 2%. Такие палочки. Теперь предложим нашему парню ягненка. Вот. Обратите внимание, вот эти палочки можно делить на несколько частей. Это очень удобно, особенно если вы занимаетесь дрессировкой, поощряете за что-то. Вот так. Коту очень нравится такое лакомство. Спасибо вам за внимание.